Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Голодные акулы. Эволюция». Вооружить. Ну-ка посмотрим, что у нас тут вообще есть. Если честно, я пока ничего тут не вижу хорошего. Так, выносливость плюс 20%. Акуленок молот. Скорость роста плюс 25%. Ага, выиграйте. А как я должен выиграть это? А, просмотр события. Вот оно что. Ясно. Защита от взрыва. Лавовый детеныш. Слушай, неплохо. Но он стоит 90 тысяч монет, ребята. Это... Где я должен набрать столько гемов? Объясните-ка мне на милость, а? Они что, совсем что ли? Тут, судя по всему, ребята, без доната тоже никак. Да? Или все-таки можно как-то получить некоторые призы своими силами? Ладно, ребят, ничего мы пока приобрести не можем. Давай, наверное, мы пойдем уже с тобой в заплыв. А, возможно, мы сегодня немножко подкопим денег и, наверное, откроем новую акулу. Ну, по крайней мере, я хочу это сделать. А вот получится у нас или нет, это уже другой вопрос. Ох, какая стая рыбешек. А ну, иди сюда. Ой, я совсем забыл. Да, здесь мы не можем с тобой хавать, да? Медуза, ну иди сюда. Плавать мне. Так, погоди. Что это за акула тут? Так, а где у нас тут карта? Интересно мне знать. Тут у нас тоже буквы собираются или нет? Я уже все позабыл. Все игры перепутал, ребят. Ну-ка, черепаха. Я тебя не отпущу. Да ну. Да куда ты? Ты посмотри, а. Вот как прицепится, хоть стой, хоть падай. Ну-ка, давай, отомстим. Я даже попасть не могу. Господи, ну. Дай перекусить. Все, захомячил. Так, золотую рыбку эту съели. Это все сожрали. Слопали, схавали. Тихо. Морской котик. Так, вот она. Опа, 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 опачки. А это еще кто? Красная. Опасная вид, наверное, да? Так, я опять голодающий. Я опять голодающий с Поволжья. Ну, вроде бы стабилизировался. Так. Ну, он ножом, оказывается, режет, а? Так, этот морской котик, он меня просто достал. Как же меня раздражает, ребят, что какая-то шелуха на меня тут выпендривается, понимаешь? Я уже хочу такую... Чё? А, золотомания. Погнали. Так, что мы там схавали с собой в этом ящике, я так и не понял. Что-то тут как-то золотомания, фиг поймешь, ребята, да? Так скудненько выглядит по сравнению, например, с голодными акулами мир. Ну? А что ты сразу плыла-то? Ядрен батон, ну сматывайся! Все-таки зараза она меня подбила, а? Блин, я еще маловат. Слишком маловат, ребята, чтобы мстить. Нет, если бы я тут прокачался, я думаю, было бы отлично. Так, ну что, смотрим с тобой. Да, деньжат у нас, кстати, маловато. Всего лишь, ну, почти 8 тысяч, ребята. А для того, чтобы открыть следующую акулу, нам понадобится 15 тысяч монет. Я офигею, там еще эволюция. Так, ага, вот они, гигантские эти крабы. Помнишь, мы одного с собой такого встретили? Который меня уничтожил. Мне нужна акула посолиднее. Я ведь не могу есть или могу? Не могу. А хотелось бы, да, поедать уже вот эти вот мины. Вот она, ну-ка иди сюда, мелочевка. Вот эту мы с тобой захавали. А вот гигантскую ту красную почему-то не можем. Морские котики, как же вы... Ну-ка иди сюда. Да, вот кто там не говорил, не прокачивай акулу. Вот я не прокачиваю, ребята, и смотрите, как у меня все очень медленно идет. И скорость быстро заканчивается, и укус никчемный. Но я прекрасно понимаю, что если я потрачу деньги на прокачку, то мы с тобой еще 1000 лет будем открывать нового акуленка. Здесь намного сложнее, чем в первой версии игры. Так, как ты думаешь, этого я смогу подбить? Он от меня убегает. Он от меня убегает. Так, ну-ка иди сюда, ставритка. Куда она там уплыла? Тут вообще карта есть,
Ой. Да что ж такое-то? Тут врагов-то слишком много, по-моему. Для меня одного. Тебе так не кажется? Так, опять этот водолаз. Так, черепаха, иди ко мне. Так, крабики. А ну-ка, 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 тут я видел кое... Вот, вот этого... Блин. Эх, догнать бы. Куда она уплыла? Куда она уплыла? Непонятно. Так. Вы еще тут, да? Лезете ко мне. Господи, там... Блин, у меня мало здоровья. Укус, еще укус. И надо уплывать отсюда. И надо отсюда уплывать. Так, иначе меня голод, друзья мои, подобьет. Ну хоть кто-нибудь-то тут будет, эй. Я не пойму, специально что ли ни одной этой? Ну ты прикинь, они специально сделали так, чтобы ни одной рыбешки мне не встретилось. Трындец какой-то. Блин, уровень бы прокачать быстрее. Нет, ну здесь даже не стоит заморачиваться ради 81 монетки. Давай пойдем напрямую. Меня одно интересует, где мой маленький помощник, который со мной должен плавать, а? Скажите-ка мне на милость. Где он? Почему я его не вижу? Куда его дели, а? Он у меня вообще был? Да был, по-моему. Давай я возьму вот этого маленького акуленка, ребят. Ничего себе маленький акуленок. Довольно прикольный акуленок. Очень даже большой. Все, погнали. Это выносливость он, да, мне делает? А интересно, он будет мне помогать есть рыбу? Так, я не понял. Я вроде... А, вон он плавает. Но здесь он действительно маленьким выглядит. Вообще, вообще малепусенький. Ух. Так, подожди-ка, а где-то у нас еще с тобой должен быть, знаешь что? Этот, телепорт. Телепорт в... к Титанику. Вот что я вспомнил. А где он, интересно, находится, а? Куда ты за мной-то? Вот я тебе сейчас... Ну-ка, есть тут кем? И не может. И не может. В той игре он спокойно может, да? По бережочку прокатиться. А этот здесь нифига подобного. Оу. Наезды, конечно, были крутые. Но вы еще не доросли до меня. Так, опа. Вот эти вот бомбочки опасны, они потому что большущие, огромные просто. Ага, схомячил. Так, ну-ка. Это кто у нас тут? А, родной мой. Куда же ты поплыл? Вернись к папочке. Все. Ну да, конечно. Скат. Ската мы сожрали. Здесь сожрали. Так, это нам не нужно. Это нам не нужно, говорю. Аккуратненько оплываем. Так. Так, золотая лихорадка, да? По барабану нам эти все мины. Этого мы с тобой побить, к сожалению, не можем. Кто там у нас опять? А ну иди сюда. Фига, я его там подкинул. Стоп. Ну-ка, иди сюда. Вот так-то. Будет она мне здесь еще. Приколенько захомячили. Так, сколько у меня денег? Ну, это всего лишь сейчас 8 тысяч будет, да, получается? Всего лишь 8 тысяч. Блин, хоть какие-нибудь бонусы бы были бы, что ли? Что у нас тут такое? Ага.
Доплавался аквалангист. Дай-ка я этих акул съем. Где карта? Трындец, а? Вот объясни-ка мне на милость. Как я здесь должен ориентироваться? А вот, кстати, и Титаник, по-моему. О, золотомания. Ну ты разворачивайся, это время идет, блин. Все, закончилось, да? Золотомания. Ну что, давай-ка сюда с тобой отправимся. На Титаник. И начнем тут хавать. Так, куда ты там поплыл? Морячок, куда поплыл-то? А, опять золотомания? Так, я не вижу, не вижу. Блин, ну, вот ребята пропадают управление, и все, и не могу, и он не двигается. Вот это вот бесяво, очень бесит. Всю золотоманию, короче, продинамил. Хаваем. Так, тихо-тихо, куда это вы собрались? Эй, родные, родные. Нормуль. Так, перекусили. Вроде лодку подбил, а где они тут плавают, я их не вижу. Может, они как бы сразу уничтожаются? Так, смотрим дальше. Так, золотая лихорадка. Ну, здесь называется золотомания, да? Ой! Это, ребята, кто... И что это сейчас было такое, а? Скажи-ка мне на милость. Если бы не моя золотая лихорадка, я думаю, что меня бы сейчас здесь просто завалили бы. Тебе так не показалось? Чудом просто уцелел. Ё, просто, чего тут мина? Куда, 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 куда ты плывешь? Ты должна быть моим обедом сегодня. Так, а этот застрял. Первоклассный обед. Точно. Так, у нас с тобой еще минута. Полторы минуты есть, давай. Подожди-ка, я видел тут. Камни какие-то ломаем. Кто это кусает меня? А почему меня обратно? Не врубился я, почему меня выкинули? Еще там было времени. Причем много. Не понял я, что случилось. Так, иди сюда. Черепаха. Эти тут довольные. Сразу на меня нападают со всех сторон. Ага. Золотомания, да? Погнали. Все, золотомания кончилась. Ух ты, сколько здесь акул. О, нормуль. Схавали. Так, это я всего лишь 9000 монет получу, да? Тихо, да удвиг. Вот. Ну понятно, короче, друзья мои. С этим управлением идиотским я далеко так не уйду. Понятно. Еще и на мину напрался. Просто пропадает и все. И ничего я сделать не могу. Сколько у меня тут бонуса? Давай посмотрим. Так. Ну, совсем другое дело. Так, ну что, друзья мои, у нас с вами 10 300 монет. Нам нужно 15 тысяч, да? 15. Это еще 5 тысяч каким-то макаром нужно насобирать. Не знаю как, но будем пытаться. Вообще здесь есть какие-нибудь, я не знаю, еще супер бонусы-то, а? Хоть что-нибудь. Там у нас можно было сменить карту. Можно было, что там еще? Я не знаю, тут одна карта и ни букв, ничего. Просто с тобой плаваем. Может быть, где-то в настройках что-то меняется, а? Наплыв акул. Так, управление наклоном. Все не то. Все не то. Миссии. Зачистка крабов. Так, проглотить 40 крабов. Ага, поедание сардин. На скорость. Так, проглотить сардин за минуту. 30 штук. Совсем что ли брякнулись? Как я вам это умудриться должен сделать, а? Завершить оставшиеся миссии, чтобы открыть. Так. Проглотить вражеских акул 20. Не знаю, ребята.
Задание вроде бы как есть, но как их выполнять, я не понимаю. Съесть 40 крабов. Неужели за все вот эти вот, что я заплывы делал, не съел 40 крабов? Ну, быть такого не может. Сардин. Ну, за минуту, конечно, я не уверен, что я съел. Вот, вот это, наверное, сардина, да? О, миссия завершена, наконец-то. Это, наверное, и были сардины. Ведь ты сейчас покусай меня. Так, а как вот этих вот, например, голодранцев? Тут, наверное, нужна акула посерьезнее. Ну-ка, иди сюда, где ты там плаваешь? Ну, что это за рыба? Ну-ка, иди, говорю, сюда. Друг дельфинов. Получили мы с тобой. Так, дай-ка я эту... Ах ты, смотри, смотри, откуда-то он взялся. Правильно. Вкусная закуска, мне прям так и написали. Я этих всех морских котиков сейчас загрызу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ужалили. Так, ну что, где людишки-то? Вот где. Не распробовал. Слушай, эти морские котики, почему они такие, я не знаю, неубиваемые? Иди сюда. Успел захомячить. А ну-ка. Видишь, здесь еще проблема в том, что... Вот, вот в чем проблема, ребята. Вот в чем проблема. Прикинь. Просто взял и сожрал. Гаденыш, и от него мне никак не оторваться было. Ну, поверь мне. Я еще вернусь, я отомщу. Так, поедание сардин, ага. Ну что, у нас с тобой 11290 монет. Этого все равно еще мало. Нам нужно 4000 где-то добыть. Ну вот как ты их добудешь, если тебя постоянно здесь прессуют? Понимаешь, у меня ограниченное пространство, где я могу плавать более-менее безопасно. Это вот здесь. Все, если чуть дальше, меня начинает поедать огромные акулы. И как вот ты прикажешь мне здесь развиваться, а? Нет, ну конечно, потихоньку, не спеша, мы можем себе это позволить. Так, сразу двух морских котиков съел. Блин, мне нравится, вот какой здесь этот крейсер валяется, да? Смотри. Сломанный. Так, ну-ка. Че, мы еле-еле плывем-то? И давай-ка ниже спустимся, посмотрим, что у нас тут. Тупик. Крабы. Вот крабов нам нужно 40 штук съесть. Насколько я помню, там... Бонус увеличен. Это нужно, понимаешь, чисто по дну ползать вот так, шоркаться, чтобы увидеть где-то недобитого краба и его схавать. Но опять же, мы с тобой плывем сейчас в такую территорию, где... Ага, ага. Где будут гигантские рыбы, которые будут меня, естественно, здесь плющить. Так. Вот, 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 вот. И, видишь, управление, сразу пропадает управление. Вот это я сейчас им хорошо показал. Сейчас я им показал, кто здесь папа. Просто всех... Опа! Я нашел какого-то дракона, друзья мои. А что нам дает этот дракон? Да хрязь! Какой хрязь? Давай съедай его. Вот так вот. Так, дай-ка я вот это вот. Ой-ой-ой, да что же у вас так много-то? Блин, ребят, ну это... Дайте мне сардинку. Эх, прям вот не могу, ребят, раздражает, а? Сил нету, даже до лихорадки не дожили. Так, ну и что, тут стоит заморачиваться? Нет. 121 монетка даже. И не буду думать об этом. Так, давай еще заплыв сделаем. Эволюция, как тут можно набрать 40 тысяч монет? Нет, может быть, конечно, чего-то я здесь не знаю. Каких-то, может быть, секретов. Каким тут образом... Юху! Чуть было на мину не напоролся, да? Ну-ка давай еще разок. Опа. А эти звездочки что-нибудь вообще дают мне? По-моему, ничего не дают. Да чтоб тебя, а? Иди сюда, акула. Схавали мы ее. Опять пирушка. А нечего плавать здесь.
Так, тут тупик у нас получается, да? Чувак отвлекся, и мы его схавали. Рыбный суп. Опа. Акула захотела тут выпендриться. Крабики, идите сюда. Я вас быстренько, как говорится, всех тут похаваю. Ага, золотомания. И вот начинает он хандрить. Все, очень быстро она здесь заканчивается, эта золотомания. Я бы сказал, моментально. Что это за звук? Что за звук сейчас такой был? Как будто какая-то подводная лодка где-то, да, здесь? Слышишь? Твою же налево! Действительно была подводная лодка. Фух. Еле ноги унес. Друзья мои, это уже не шутки были. С такой лодочкой... Ну-ка, куда ты? С такой лодочкой опасно сталкиваться. Хавай, хавай, хавай. О-хо-хо-хо-хо. Давай сюда. Так, это опять нас сейчас подкинет, да? Блин, там видел, чувак плыл. Вот был бы прикольный. Стоп. Я сейчас кое-что видел, по-моему, здесь... Акула, это электрическая, которая у меня есть. Вот она, это же она, ребят. Ага, попалась. Прямо во время золотой мании. И все, и опять все это дело закончилось у нас. Очень быстро. Так, ладушки, давай-ка мы посмотрим с тобой здесь. По-моему, я с этой стороны еще не был. Вот, вот как вот их вот, ребят, например, поймать? Скажи-ка мне на милость. Одного я все-таки схомячил. Ну. А ползать мы почему-то не можем. Фига они там с топориками, все дела. Опа! Хе-хе-хе. Да иди ты. Прикинь. Вот это, ребята, меня тут захомячили. В 3 секунды, кстати. Блин, мне осталось совсем чуть-чуть. Но здесь еще можно посмотреть, стоит 12 500 монет у нас. Ну что, в принципе, осталось 2 500 еще где-то наковырять. И все. Ладно. Блин, я же хотел, знаешь, что сделать? Я хотел поменять себе дракона. Ой, дракона. Акулу. Да-да, я хотел поменять. Думал взять ту, которая бьется электричеством. У нее, конечно, очень быстро наступает голод. Да он практически не кончается у нее, но... Она зато ест вот этих всяких осьминогов. Ну и как бы она покруче будет. Не может, не может акула это карабкаться здесь по суше. Ну-ка, дай сюда. Куда ты плывешь от меня? От меня не уплывешь. Всех захомячил. Вот смотри, вроде бы все, плаваешь нормально, да? Стоит чуть-чуть куда-нибудь заплыть. В такой... Ох, ё! Заплыть, заплыть в какое-нибудь местечко. И все, ребята, и тут обязательно где-нибудь появится огромная акула. Но не это, конечно. Этих-то мы с тобой съедаем. Иди сюда. Иди сюда. Так, захомячили. Так, и здесь тоже мы. Все, коралловый вор. Подожди, а кто мне? Ах ты! Я думаю, что у меня получается? Опять управление, это... Я не могу прям, ну ты посмотри, а.
Так, с этим бесполезно тут сталкиваться. Зашибись. Зашибись, я даже не вижу, что там находится, ребята. Просто не смещался экран, понимаешь? Он стоял вот на одном месте и все. И что-то впереди мне не показали. Соответственно, что тут? Да нет, это мы не будем с тобой смотреть. Тут смысл я не вижу в этом. Так, мы даже ни одного задания. Так, проверьте, каких акул-агрессоров вам удалось одолеть. Убить акул-агрессоров 4 штуки. Так, двойное убийство. Но сейчас я возьму вот эту вот акулу. Подожди-ка, у меня еще вот это открыто, что ли? Ух, ледяная акула. При ускорении ледяная акула замораживает добычу суперморозным дыханием. Да, стоит она 75 тысяч. Недешево, друзья мои, недешево. Но, наверное, она крутая будет, мне кажется. Так, ладно. А почему этой акуле дают... Вот, как тебе объяснить? Может быть, тут у каждой акулы своя локация? Да ну, вряд ли. Иди сюда. Так. Новый этап. Черепаха. Захотела от меня убежать. От меня еще никто не убегал. Всех схаваем. Выпечка. Я получил, ребята, выпечку, понимаешь? Опа. А эту я могу съесть? У, мне по барабану, что она там свои шипы вытаскивает. Мы все равно... Я тебе сейчас... Захавали, захавали, захавали. А что будет, если я всех съем? Суши-роллы. Ну-ка, это, если съем всех. Море витаминов. О, золотомания. Да господи, и вот... Куда? Жизнь из-под тишка, да? Сзади подкрадывался. Так, этих акул бомбим. Так, пирушка меня не устраивает. Пирушка — рифовый рейдер. Кто там веселится? Ой! Ну-ка дай-ка вот этих вот похомячу чуть-чуть. Да ё-моё! Чувак там с гарпоном, видишь? Бомбит. А, мы же можем с тобой медуз этих есть, господи. Я и забыл совсем. И я-то тут их оплываю. Стараюсь не сталкиваться с ними. Давай-ка сплаваем сюда. Что ты лезешь? Так, что у нас тут? Оу, акулий пир. Для меня это то, что нужно. Так, ладно, давай-ка мы с тобой сюда сплаваем. А здесь ты что? Опа, захавали. Что-то мне подсказывает, сейчас мы с тобой нарвемся на какую-нибудь суперакулу. Не? Аквалангист. Что тут написано? Бонус увеличен. Какое-то море. Восточное, что ли? Эти морские котики совсем приборзели, а? Так, вот этих, по-моему, медуз мы с тобой и есть не можем, да. Куда ты там от меня поплыл? Аккуратненько, аккуратнейшим образом. Здесь мы еще не были, да, по ходу дела? Так, подводное течение. Ой-ой-ой. Сейчас, 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 подожди. Ну, да ты развернись ты, господи. Ой, тупорылая рыба, а. Ну посмотри, она не может разворачиваться.
Тихо ты. Тут, видимо, течение из-за этого, может быть. Да я залез, а? В какие-то в дебри полез, блин. И ничего не могу. Прикинь, тут какие-то вставные зубы мы подобрали. Что еще за бред? Так, сколько мы с тобой заработали? Ну, должны неплохо. В плане, а почему так мало-то? Ну, что у нас получается? 13,5 тысяч, друзья мои. Денег. Так, ну что? Пора, наверное, нам делать. Это и почему-то я получаю больше денег. Как ни крути. Давай, поехали, короче. Но зато я вот этой акулой не могу никуда сплавать. Все время нас куда-то прижимают. Понимаешь, в чем дело? Ну-ка. Отлично. Давай попробуем потихонечку. Ай, все время забываю. Вот смотри, опять камера не смещается. Иди сюда. Белковый коктейльчик. Сейчас мы с тобой глянем. Так, акула. Хобана. Еще одна. Захомячили. Тут посмотрим. Сплаваем. Ого! Мина. Так, иди сюда. Куда ты там от меня? От меня не уйдешь. Съел. Первая кровь. Да нет, это уже не первая кровь, это фиг знает уже какая. Пир на весь мир, бонус увеличен. Так. Да. Вот как прицепятся, а? Не, ну серьезно. Ёлки-то палки, вот это сейчас звезданули мне. Бомбой. Так, дай-ка я посмотрю, что здесь. О, еще одна жертва. Да развернись ты, господи, ну прям бесит. Золотомания. Погнали. Ух ты. А как мне вон ту взять? Никак. Хотелось бы, но никак. Получается, да? Здесь мы всплываем. Крабик, иди сюда. Сейчас я... Хм. А я здесь не могу ниже спуститься, ребята. Единственное, что если только плыть. Ну, именно вот здесь вот. Так, подожди-ка, я здесь могу? Нет. Ёлки ты палки. Нет, вот в первой части, мне кажется, управление все-таки в разы, ребята, лучше, чем здесь. Но не управляется она, хоть ты тут что делай. Она не может так вот есть рыбу, как мне нужно, хлоп. И все, ребята, по-моему, я готов, не? Еще живем чуть-чуть. Вот смотри, опять камера не показывается. Просто вслепую двигаешься и все. Да плавался, блин. Ай, ну давай посмотрим, сколько я заработал. Мне кажется, мало. Вообще копейки. Ну давай еще разок. Все равно я сегодня приобрету новую акулу, чего бы мне это не стоило. Да, очень долго. Так. Управление подводит. Вот честно тебе скажу, очень сильно подводит управление. Смотри, сколько тут рыбы. Что-то я раньше не замечал. Иди-ка сюда. Кого ест, того, того и съел. И камера здесь по-дурацки себя ведет. Вообще не показывает мне, что впереди. Просто так плывешь, а впереди тебя бомба. Бумс ты в нее носом, и все, и будь здоров. Так, ладно. Поплыли. И сундуки, которые мы с тобой открыли. Что, для чего они, которые мы подобрали? Тоже непонятно, что от них толку. Ну да, я даже не мог схавать. Даже не можешь схавать какую-то там несчастную рыбку. Так, крабы. Дайте я вас перекушу маленечко. И опять голод. И опять этот лютый, ужасный голод нас постигает.
Есть. Двойное убийство написали мне. Крабы. Так, что у нас тут? Это течение, да, подводное течение. Спасибо. Мины мне эти не нужны здесь. Так, перекусили чуть-чуть. Крабиками. Ай-яй-яй, сейчас будет здесь что у нас? Здесь у нас будет... Да плыви ты, господи, что ты... Вот начинает тупить. Плывем, плывем, плывем. Опа. Давай, 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 хомячь ее. Тройное убийство. Я не могу понять, течение-то кончилось или еще нет? Ребят, я куда-то заплыл. Я даже боюсь тут находиться. Нет, до сих пор подводное течение, прикинь. Да, я ее съем. Фу, супер убийство. Я заслужил. Так. А здесь мы с тобой, наверное, еще и не были. Ни разу. Сейчас меня здесь... Смотри, что такое у нас. Тихо. Новый портал какой-то, смотри. Опа. Засосало, ребята, здесь. Вау. Что это у нас тут? Йо! Срочно перекусить. Что у нас за рыба такая интересная? Они тут наверху веселятся, я смотрю. Угу. Иха! Сейчас у меня будет золотая лихорадка. Сейчас, сейчас, сейчас. Еще немножечко и... На лихорадку мы... Во, золотомания. Акулы, по барабану нам на них. Так, аккуратненько. Опа. Так, перекусим. Так, мина. Да ядрен, матрен. Специально, что ли, так делаете, да? Управление куда? Дай захавать вкусной рыбы. Давай-ка. Ой, это что такое, ребят? Вот это что такое, смотри. Непонятное. Ерундовина. И страшная. И страшное. Так, иди сюда. У меня 18 секунд, ребята, осталось. Хочется глянуть, что вот тут, вот под этой штукой. Семь секунд. Йо! Ты видел? Да, конечно, видел, там какая вылезла. Да, значит, тут все-таки есть, да? И другие порталы, помимо... Как их звать-то? Помимо Титаника, короче. Будем знать теперь об этом. Единственное, плохо, что ты этого не видишь, сам наугад это находишь. Может быть, здесь когда-то карта откроется? Но я почему-то в этом сомневаюсь. Йоу! Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Трындец! Просто взяла меня и испепелила, прикинь. Так, сколько мы с тобой заработали, интересно, денег? Супер убийство. Вау. Удваиваем. Так, друзья мои, мы с вами накопили 15 993 монеты, поэтому... В плане, тут еще нужно 200 гемов, вы серьезно? Погоди, а где же я тогда гемы найду, а? Скажи-ка мне на милость.
Слушайте, ребята, ну это финиш. Я-то думал, что нам нужны монеты, либо гемы. А тут, оказывается, и то, и все нужно, да? Вы сможете купить эту акулу чего? За монеты, когда предыдущая достигнет максимального... Когда предыдущая достигнет максимального уровня, то есть... 10-го. То есть вот еще что нужно сделать, ребята. Еще, оказывается, нужно ее прокачать, а не просто так. Ну да, ладно, сделаем с тобой последний заплывчик на сегодня. Ребят, ну это, конечно... Ладно, давай сделаем еще один заплыв. И будем закругляться, ребят. Это уже перебор, блин. Там прокачай, тут прокачай, еще накопить деньги, блин. Еще бы сказали бы, прокачайте полностью ускорение, укус и тому подобное, да? То есть в данный момент мы с тобой 9 уровня. А нужно, я так понимаю, прокачать чуть ли не до 11. Ну что это такое, ребят? Зависания какие-то пошли в игре. Что-то игра вообще глючит по черноку, ребят. Не знаю, в чем проблема с ней, стейк из тунца. Да и как вот я должен здесь ее прокачать, извини меня, если я не имею права заплыть куда-то дальше, чем нужно, а если я заплываю, меня там уничтожают. Как я должен здесь прокачиваться, а? Поэтому World, мне кажется, будет получше. Так, что это мы там с тобой получили? Я думал, достижение какое-то, нет. Так, наверху там рыбка у нас плавает. Маленькая стайка сардин. Обжорство, Х6. Якорь, гигантский якорь. Предупреждение, да? Типа, впереди рыбы. Опасные будут рыбы. Но я их пока съедаю. Пока съедаю. Дай перекусить. Где она там? Вот она. Опа. Нет, ну когда их целая стая, конечно, тут тяжело с ними, ребят, тут. Что это я взял? А что я съел такое? Съел и сразу голод, да? Блин, ну это трэш. Ладно, ребятушки, давайте будем закругляться. Тут чуть-чуть осталось. Я думаю, в следующей серии мы точно с тобой докачаем нашу акулу и получим новую, потому что денег у нас уже хватает. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи. Так, награды за сезон. Ну-ка, что тут за награды? Гроза морей. Я ничего... А, подожди-ка. Здесь вот заберем. Все. Так что, друзья мои, до новых скорых видосиков.